Всем привет! И сегодня мы для вас приготовим вкусный джаз. Скорее не джаз, а фьюжн, ведь мы проект 3D Fusion. И мы рады играть для вас благодаря транзистор шоу и кулинарной мастерской Just Cook. Среди сковородок, кофемашин и десерта брауни. Та-да! Сказали, нужно хлопать микрофон, и поэтому я представляю проект 3D Fusion. Как видите, он состоит из трех барышен, которые являются авторами музыки, и двух молодых людей, которые стоят за нашими спинами. Они являются нашими соучастниками. Сегодня мы поиграем для вас нашу авторскую музыку. Мы пишем ее сами, сочиняем, а потом пытаемся своять. И предлагаем вам приобщиться и послушать все это. И, я надеюсь, получить удовольствие.
Это была вещица, которая называется «Паника в раю». Такая немножко с дерзинкой. Как бы авторство вот этой барышни с саксофоном. А теперь мы хотим представить одну вещицу вот этой барышни с большой скрипкой, которая называется «Там, где меня нет».
Кроме того, что Даша играет на контрабасе, она еще умеет очень клево играть на бас-гитаре. И вы сейчас это узнаете, услышите, увидите. А продемонстрирует нам чудеса этого волшебного инструмента на примере композиции нашей клавишницы Рамины. И композиция эта называется «Паутина». Наслаждаемся и слушаем. Thank you.
Благодаря активистам Артему и Боре мы имеем счастье сегодня играть здесь, в этой кулинарной мастерской Just Cook. Мы рады и благодарны. Благодаря Транзистор Шоу мы все это записываем и все это играем для вас. Спасибо вам, что вы с нами. У нас получился сегодня мини-концерт, и мы хотим завершить его одной из наших композиций моего авторства, которая называется «Ориент». Thank you.